Друзья, привет! С вами компания «Руфер». Нахожусь на одном из наших объектов, где работы мы выполняли примерно около полугода назад. Закончили, сдали этот объект уже глубокой осенью. Какие работы мы на нем делали? Первое. Мы утеплили фасад дома из деревянного бруса. Утепление выполнили по перехлестной технологии, общей толщиной 100 мм, первый слой 50 мм и второй слой 50 мм. Далее затянули его диффузионной мембраной, в качестве ветрозащиты применили ее, выполнили все примыкания к оконным конструкциям, ну и, собственно, все перехлесты проклеили специальной лентой. Первый момент, который меня интересовал, это я спросил у заказчика, какой эффект после первой зимы. Первое, пропали сквозняки, второе, улучшилась шумоизоляция, и третий, наиболее важный момент, меньше стали расходы на отопление дома, поскольку данный дом отапливается с помощью электрического котла. Ну, какие детали, сейчас вам покажу на фасаде. Так вот у нас выполнена одна часть фасада. Везде применили кедрал. Все с ним хорошо. Никакие зазоры здесь не появились. Облицовку окон мы выполнили с помощью также фиброцементного сайдинга кедрал. Здесь вот у нас имеется входная группа. На входной группе установили вот такую вот ДПК-ступень. На подшиве мы также использовали кедрал на лобовой части. Еще одна сторона дома. Ну и вот еще у нас одна часть дома. Как видите, кедрал себя ведет прекрасно. Все панели, как были изначально смонтированы, остались в таком же виде. На обналичке окон у нас щели зазора отсутствуются. Все выглядит так, как было смонтировано изначально. Ну а самое интересное, что хочется сказать, вот здесь вот соседний дом, это дом абсолютная копия данного дома. Вот на этот объект мы и вышли, потому что нас порекомендовал сосед. Вот такие вот работы мы провели. И, собственно, результатом наш заказчик остался очень доволен. Всем пока, до скорых встреч!